я видео смотрел одно, когда он запутался в этих штрафах. Это, кстати, друг мой, вы как раз я был спали, когда он был. Это он был? Часто такое случается? Ну, как тебе сказать, такое у меня никогда не было, чтобы орлы... Я летал с 250 орлами сразу, одновременно. Которые шли на перелет, да, на переход. Ты знаешь, они идут адекватно, просто игрались. Там, если обратишь внимание на этом видео, там два орла, вот. И, ну, они просто игрались. Вот, изучительный какой-то момент. Просто это тебе не
летать, короче. Я туда обычно летаю, а туда обратно, знаешь, вот так. С часа на сбитку. Два дня, короче. Ну какие рассветы, какие закаты. Чувак специально выбирал вот такие, знаешь, места. Вот видишь, лазбинка вот такая. Вот на таких местах, на восточной составляющей. Это все трава вот эта зеленая? Это же трава. Классный ракурс, видишь, да? Да, да. А, ну и можно буду раскачиваться справа-влево, справа-влево. Сделаем литковер, сделаем выпуск небольшой, потом пойдем собирать пить. Скажешь, когда кричать? Я буду сейчас раскачиваться потихонечку. То есть, если что-то не понравится, ты всегда можешь остановить меня, запомни. Я буду раскачиваться справа-влево, влево, справа. Это будет расти. Позиция, все, запомни. Скажу, стали на ножки, стали, готовы, идти назад. Понял, да? Готовы, идти назад. Можешь крыло подложить, тоже тянуть нас будет. Как бы можешь, как хочешь, держи, главное, не закидывай мне назад сильно, чтобы выше управление уйти. Несу ее как бы в землю, потому что... Я понял. Ты понимаешь, да, сломаешь. Согнешь, не сломаешь, согнешь. Палочка.